это ежегодно и бывает, зима вновь преподнесла всем сюрприз. Обильные снегопады накрыли повсеместно Кемеровскую область. Но выпавший снег убирается не только медленными темпами, а зачастую некачественно и далеко не везде. Ульяновск-Кузнечан серьезное нарекание вызывает работу управляющей компании и дорожных служб, отметил глава города, обращаясь к руководителям предприятий и организаций. Самое важное – это очистка снега. Обращая внимание на свои подведомства на территории, Ольга Игоревна, 90-х, обратите внимание на расчистку дорог, потому что у нас очень много дорог заложено. И на расчистку тротуаров. Тротуары не чищены по городу вообще. Глава города также распорядился ускорить темпы работы по монтажу новогоднего освещения. Кстати, праздничное оформление зависит не только от коммунальных служб, но и от предпринимателей, которые должны создать праздничное оформление как внутри здания, так и снаружи, на прилегающей территории. Горожанам только остается ждать и надеяться, как скоро город засверкает разноцветными огнями, напоминая о приближающемся любимом празднике Новый год. Еще об одной традиции шла речь на аппаратном совещании. Уже в 9-й раз в Ленинске-Кузнецком пройдет благотворительная акция «Вместе помогаем детям». Ее цель – оказание адресной помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и поддержка одаренных юных ленинск-кузнечан. Приглашаю всех принять участие. Напомню, что средства, собранные в ходе акции, будут направлены на поддержку одаренных детей и детей, нуждающихся в дорогостоящих медицинских препаратах. В первом мероприятии акции выставка-продажа картин состоится 13 декабря во Дворце культуры и искусства. Каждый сможет приобрести понравившуюся картину, часть стоимости которой пойдет автору, а другая – нуждающемуся в лечении ребенку. Акция завершится в конце декабря новогодним представлением, на котором детям, нуждающимся в лечении и талантливым юным горожанам, вручат подарки. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.